Всем привет, вы на канале GameDop. Это игрушка Diablo 3. Очень давно я в нее не играл, и я за ней соскучился. Это 9-й сезон. На этом сезоне я себе прокачал. Сначала качал варвара на хардкоре, который у меня сдох. И потом подумал, чтобы не рисковать, создам на обычке. Создал уже второго героя за сезон. Это Христоносец. В билде на, как он называется, освещенный молот. Это молоточки, которые вот так вот летают вокруг вас. В этом сезоне я уже прошел завоевание до серебряной рамки. Впереди золотая рамка. Если я ее получу, это будет хорошо. Но видео не об этом. В этом видео я пойду на портал. Получается, 28 января прошлого года в этом билде я проносил всего лишь 55-й портал. Спустя год данный билд почти не изменился, но только его немножко улучшили, добавили ему ДПС. И потому, я думаю, сейчас пройти 55-й портал будет очень легко. Что мы сейчас и проверим. Так, все, погнали в бой, принять. Так, все, погнали, билд получается очень сильный. Ну, учитывая того, что у меня нету единства, наверное, потом придется его поставить. Без единства герой очень-очень часто и быстро падает. Так, почему нема ни одной элитки? Мне нужна элитка. Элитка, ты где? О, первая элитка. Бабах, пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах. Все. Убил. Вообще быстро, мгновенно. Опа-опа. Пассивка сработала. Летальный урон я уже получил. Пассивка уже сработала. Так-так-так. Блин, элитки вообще мало. Где она? О, элитка. Две сразу, отлично, отлично. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу, взрывается, падла. Отойти, отойти. О-о-о-о-о-о-о. Одну убил, вторую убил, да? Вроде бы да. Так. Нужно это все пособирать. Пах-пах-пах-пах. И бежим дальше. Так, пока пассивка откатывается, нужно аккуратно бегать. Так, что это? Скорость. Отлично, мне скорость нужна. Мне главное пробежать, элитку найти, по-быстрому ее вообще вот так вот быстро-быстро убить ее и побежать дальше. Конечно, если большие пачки мобов, можно и поубивать и мобов. Ба-ба-ба-ба. Дальше, дальше. Так, 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 так. Элитка, элитка, ты где? Пусто, пусто. Вот такие вот тонкие туннели вообще плохо. Тут зажимают часто, и ты очень легко можешь умереть из-за этого. Так, так, так. Опа-па-па. Энергии нема. Это что, элитка? А, это была элитка, я даже не заметил ее. Ой. Ускорялочка закончилась, это плохо. А не, еще не закончилась, мне показалось. Так, 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 аккуратно, аккуратно. Так, дальше, дальше бежим. Дальше, 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 дальше. Дальше. Так, так куда? Тонкие туннели, постоянно можно зайти в тупик. Это плохо, плохо. О, отлично, защита. О, теперь можно немножко расслабиться. Под защитой... Да блин, тупики заколупали. Под защитой тебя не убьют. Это шикарно. Сам билд такой себе немножко медленный, потому что коня нету. И потому приходится медленно, но уверенно. Не, не уверенно. Меня же убивают быстро. О, литочка. Так, 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 так. Прыжок. Что ты там делаешь? Так, что-то долго убивал эту литку, конечно. Обычно она быстрее падает.
О, еще. Офигеть. Опа-опа. Щит закончился сразу, блин. Пассивка сработала. Отлично. О, аватар, аватар включаем. Под аватаром тоже такой более-менее живучий я. Меня еще ни разу не убили. Я хорошо иду. Я хорошо иду. Прыжок, прыжок давай. О, элитка. У меня прыжок в подкате. В подкате. Прыжок. Папа, 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 папа. Так, где ты там? Разбегается. Шо, я же убил. А, вот еще одна стоит. На. Аватар включаем. Дальше, дальше бежим. Сейчас уже появится босс. Неплохо бы перед боссом убить элитку, чтобы был баф. Ну, вот, все, босс появился. Не, не, все в откате, вообще жесть. Все в откате, сейчас сдохну. Прыгай, прыгай! Блин, пассивка сработала. Давай, 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 давай. Убил. Не, в принципе, было легко. Главное, главное, аккуратненько. Стараться, чтобы тебя не зажимали мобы. И все, все получится. Так. Что мы качаем? Камешки качаем. Да, качаем сначала этот камешек. Он такой самый более полезный для убийства элитных мобов и боссов. О, плюс 2 прокачался, это хорошо. Упало. Кольцо фигня, шея фигня, ноги фигня, фигня. Фигня, все упало, ничего полезного не упало. Так что, ребята, на этом все. Всем спасибо за внимание. Сейчас буду записывать видео, как я буду, наверное, 60-й проносить. Сразу плюс 5 левелов вперед. Сейчас даже посмотрю. Посмотрю сейчас. Закроем. Так, 60-й. Я могу пойти на его? Не, не могу. Ну ладно, пойдем на 57-й. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Абах.